Бабушка не извинилась, к слову, оставив пачку писем, как подкову. Она, любимая, ему изменилась, потом совсем остыла, забыла. И на письма начинаются с извинения, мол, извини, я не друг сочинения. Странно, что я вообще тебе пишу. Или заканчивались «извини, спешу». Она не извинялась за пустяки, брала свое, слушая к ней стихи. Делала все то же, что и большинство. И за косяки не извинялась в Рождество. За эти мелочи, за многие-многие мелочи, таковы рассуждения девичьи. Без значения.